Привет всем поисковикам! Сегодня я хочу рассказать про каменные метеориты. Значит, каменные метеориты в России называются двумя именами. Это либо шлаки, либо базальты ледникового или мелового периода. Не, ну на самом деле это шутка. Не слушайте этих специалистов, в кавычках, которые говорят такую чушь. Раньше по старым книгам каменные метеориты определялись всего четырьмя вещами. Наличием реагмоглифтов, если они есть, неправильной многогранной формы кристаллической, магнитностью и корой плавления. И все. А сейчас все настолько усложнилось, что стало сложнее сложного. Если их послушать, то в России нет вообще ни метеоритов, ни... И Челябинск, если бы не видели тысячи свидетелей, не было заснято, то, наверное, он бы не прошел тоже. Ну, в общем, смотрите, метеоритная классика. Как правило, найти свежий метеорит намного труднее, чем найти давно упавший. Поэтому вот 39 килограмм камень, найденный в Азовском море, прямо в прибое, имеет высолы серого цвета. Это еще средние высолы, ему примерно года полтора-два. Когда метеориту несколько лет, он на вид вообще может быть серо-голубым. И вы никогда не поймете, что на самом деле, если начнешь его очищать, вот как, например, этот или этот, или еще какие, они все были еще более серыми, вообще серо-голубыми, как бетон. Вот эти все простые вещи, я же говорю, они не прямо скрываются, но они очень хорошо замалчиваются. Классика, она очень хорошо липнет к магниту. Вот. Это самые тяжелые H-хондриты, так сказать. Самые насыщенные металлом. Иногда есть углистые. Вот у меня килограммовые углистые, тоже хорошо липнет. Значит, первое, что вы должны уметь делать, это измерять плотность. В общем, есть такие прозрачные литровые кружки для сыпучих продуктов. Вот, например, камень, если туда помещается, заливаете его водой, и потом аккуратно вытаскиваете, засекаете, сколько он занял кубиков, доливаете шприцем или еще одной, и делите, короче, вес на кубики, и получается плотность. То есть, например, весит камень 600 грамм, а занимает он 200 кубиков. Значит, плотность получается сколько? 3. Ровно 3, но это вам для удобства. Вот. Значит, плотность метеоритов начинается... У меня самый легкий есть 2,6. Чуть-чуть он тяжелее наших пород. Но даже в нем, заметьте, спектральный анализ дал почти 9% железа. Значит, вот этот углистый хондрит, килограмм 40 грамм, у него плотность 2,9. То есть по опыту это 15-18% железа. Вот. А плотность классики, она высокая. Она от 3,5 и до 4 даже. Вот это идет уже мезосидерит, как бы он весит целых 7 килограмм 300 грамм. У него плотность уже около 5. Вот. Значит, вот этот камень я ждал лет 5. Красавец. Никто не скажет, что это шлак. Правильно? И кора плавления тут полноценная. Это видео не передаст, это надо ощущать его. Он весит чуть-чуть за килограмм. Он очень тяжелый и насыщенный металлом. Значит, также классика. Вот такие вот, значит, средние, как бы магнитность средняя, но все равно магнит хорошо висит.
Вот, тут он коричневый, я снял с него тонкую этот. Видны хондры. Плоховато, но видны. Вот, кстати, насчет хондр. Что такое хондры? Идеально передаст это вот такой осколок. Он еще практически не обработан, лишь слегка. Вот хондры, которые ни с чем не перепутаешь. Вот такой осколок был в речке. И так раскололся, и вот так. То есть это, скорее всего, относится к энцетатитовым хондритам. Более точно я сказать не могу. В домашних условиях не все определишь. Вот также видна еще черная кора плавления, хоть она уже матовая, а сам камень коричневый внутри. Значит, сразу обращаю внимание. Многие дурни говорят, что бывают коричневые шлаки. Это чушь. Шлаки начинаются со шкраба. Он не коричневый, он ржавый. И в лохмотьях. И там чего только нет. Его тоже ни с чем не перепутаешь. И метеоритную классику перепутать тоже не с чем. Значит, самое главное доказательство. Так как я знаю абсолютно все шлаки, как они выглядят, сколько весят и так далее. Насчет веса. Тот же объем, что классика, весит 3 килограмма 200 грамм. Самый тяжелый шлак, который есть, он весит 1,9 кг. Почти в два раза. То есть тоже ни с чем не перепутать. Значит, даю самое главное доказательство, так как очень трудно знать шлаки и земные породы. Смысл. Можно чуть-чуть отпилить и раскрошить камень, в котором вы подозреваете метеорит. Значит, там будет хотя бы несколько миллиметров железа, бляшка, найти ее. Ее отпилить немного и полирнуть. И простой ювелирной лупой, которая стоит 200 рублей, где угодно, 30-кратная, ты увидишь, что в метеоритном железе идут кристаллики по 2-3 миллиметра. Это самое главное доказательство. И еще там около 1% никеля. Ни в наших породах нет ни кристаллической структуры, ни никеля. В шлаках может быть никель теоретически, но там никогда не будет кристаллической структуры. Шлаки имеют некоторую кристаллизацию, когда застывают, но железо в них находящееся, оно, это литье, оно всегда аморфное. Это самое главное доказательство, что тоже очень тщательно замалчивается, а все элементарно. Помимо этого, имеет еще много чего. Метеориты, хондры и так далее. Вот, например, я могу вам продемонстрировать еще один из каменных дождей, что мы нашли. Вот какой диаметр тела. То есть оно было как холодильник. Это несколько мешков. Значит, вот оно летело. Оно аж выглядит настолько оплавленным, как шлак. Но весит он 1,9 кг, он очень тяжелый. А самое главное, ребята, вот чем ценен этот осколок. Вот выходы всех вещей, которых никогда не будет в шлаках. Это чисто природные вещи. И хондры, чего тут только нет. Этих минералов нет ни в одном шлаке. Я даже не знаю, как они называются. Это тут может быть и шрейберзит, вот этот, и что угодно. Вот чем ценен этот осколок. А вот это, кстати, хондра белая. Временами встречаются метеориты немагнитные. Они называются ахондриты. Вот этот красавец блестит металлом даже сам по себе. Внутри он коричневый. Вот металл я вскрывал болгаркой.
Он очень тяжелый, около 9 килограмм. Так что плотность, она говорит о многом. Значит, на этот раз пока, наверное, все. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!